пацаны, осторожно, контроль, красавцы, блядь. Ловите дальше пьяных водителей, блядь. Таких, как Иван, блядь. Ебать, тебе смешно, мне нет. Че, ну красиво снимаешь, че. Изначально. Да, зачем поехали пьяные, да. Я в мастерке, я замерз. Блин, просто нам прикольно. Куда его посадят? А, по приколу. Ну, молодые люди, братан, и нам прикольно вообще жить. Слушай, а прикольно, если люди погибают, когда пьяный водитель убивает. Слушай, не пейте за рулем, ребята. Скажи, за руль будешь пьяным садиться? Нет. Обещаешь? Обещаю. Все хорошо. Пацан сказал, пацан сделал, правильно? Я люблю вас. Я понял свою ошибку. Ты хорошую уже снимать. Давай, реально, все, на камеру договариваемся. Договорились? Нет. Давай, без камер хочешь договориться? Я с тобой вообще договориться не буду. Я с тобой теперь хочу договориться. Давай сделаем следующим образом. Ты сейчас сядешь в патрульный автомобиль. Тебя освидетельствует, приедет дознаватель. Все как полагается, по 264-й возбудится. Тебя привлекут к уголовной ответственности. Это самый лучший договор. Договорились? Да. Супер, все. Вот и порешали. Сколько ты там готов отдать за это? Слушай, у нас есть реквизиты общественной организации «Дорожный контроль». Ты можешь перечислить, если у тебя есть такое желание, на помощь, значит, в борьбе с пьянством за рулем. Реквизиты в описании к видео. Ну ты ржать, Максим. Слушай, ну реально. У тебя, если ты хочешь поддержать наше движение, у тебя есть возможность перечислить официально нам денежные средства в поддержку нашего проекта. Это любой так может сделать. Это, как говорится, во искупление. Нет. Вот ты. Я думал, ты скажешь «да». Да. Хорошо, да не снимай ты. Я тебе сейчас камеру заберу. Да? Ты готов купить новую, да? Да ладно, ты присядь и вычти, никто не снимает, когда сидишь в машине. Да. Это повод сесть в машину. Ну, видишь, тут съемка. Че, далеко не? В Московске. В Московске, можно откуда ехать, они едут отсюда. Да. Ну, хочешь, сам позвонил. Скажи, выключи камеру, подонок. Выключи камеру. Выключи камеру, я тебя сейчас разобью. Давай, как по-нормальному. Нет, такого я делать не буду. Вань, ты нас вез, блядь, не довез. До левого берега, слушай, через весь город, ты представляешь? Да, ты... Ну ты представляешь, ну, вообще, ну как совесть? Ну правда, я понимаю, ты спортсмен. Через весь город, ты представляешь? Через весь город. Ну бессовестный человек. Видишь, мы даже не провоцируем, у нас все по-доброму, все нормально. Видишь, многие нас называют провокаторами, но мы не такие. Да хорошо, да выключишь ты. Да ладно, ты сядь в патрульку, я тебе реально говорю, я не буду снимать, ты сядешь в патрульку. Сейчас, дорогой, да? Да ты аккуратнее смотри, тут сотрудник полиции. Ладно, это я воспримет как побег. Я бегать не собираюсь. Уже побежал. Вот смотри, лицо, мое лицо. Так, все. Ты сейчас алкоголь выпьешь, и твое лицо покривеет. Нет, куда ты пошел? Да он показывает. Я вот сюда. Сейчас он, не дай бог, глоток сделает, и потом пиши пропало. Я не буду ни пить, ничего. Не есть. Я сейчас за стакан, быстро, быстро за стакан. Да ты тут. И мне, говорит, машина тоже. Я тебе сказал, тебе раз предупредил, два предупредил. Иди присядь. Убери камеру, пожалуйста. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. В горошек, да? А что, в отдел приезжал. В горошек.
клиент. Хорош. Не-не-не. Убери камеру, а. Ну ладно тебе. Ну все по-доброму, все нормально. А что ты смеешься, такой кофта хорошая. Ну, кофта классная, она ему вообще пойдет. Хорошо. Да снимай. Ладно, мог бы дать Маше. Слышь, ты заебал. Зато прикинь, как мы лайков соберем, да? Да, естественно. Скажи, знаешь, как вот так, вот так. Пацаны из дорожного контроля, красавцы. Так и скажи. Что сказать? Пацаны из дорожного контроля, красавцы. Пацаны из дорожного контроля, красавцы. Да. Скажите, ловите дальше пьяных водителей. Ловите дальше пьяных водителей, блядь. Таких, как Иван, блядь. Ебать, тебе смешно, мне нет. Ну, ты там смонтируешь, да? Да там вообще под музычку все будет. Да? Слушай, что, а у тебя есть канал? Ну, конечно. Ну, давай, как там писать? Да прям набери, прям, Вадим Серов. Вадим Серов? Да, дорожный контроль Вадим Серов. Вадим Серов? Да, да, да. Это где? Ну, это все будет, да? В Ютубе. Да. И все будет, да? Вот ты посмотри, прям. Ну, хватит тебе, смотри, фокус пропал. Слушай, ты реально выложишь, да? Да, конечно. А что, нельзя? По-любому. Ты согласен? Ну, вопрос. Осторожный контроль, нахуй, понял, блядь. Вадим Серов, блядь. Ставьте лайк, блядь. Я поняла, Ютуб Вадим Серов. Я не знаю, кто это. Но вот, скажи, что Денис ли тебя полюбил. Да нет, дело не в любви. Дело, блин, ну, побазарить-то все-таки можно. Всегда готовы, ну, к диалогу. Кстати, можешь заснять историю, блин, может, интересно будет. Так. Ты все равно будешь в YouTube выставлять, да? Давай. Нет, он не будет. Ты, короче, слушай, прекрати, заради бога. Ну, ты же говоришь, рассказать хотел. Ну, что тебе сказать, блин? Ну, что тебе сказать? Ну, хорошее что-нибудь. Что-нибудь хорошее. На дуре. Можно я подумаю? Красавчик, можно. Сколько нужно? Блин, ну, чё, ну красиво снимаешь, чё? Да он не снимает. Дай ему мазь, Серёг. Да просто зачем это нужно? Да мне я интересно. На улице, вот просто-напросто. И выявление пьяных водителей зачем это нужно? А? Выявление пьяных водителей зачем это нужно? Нахрен пьяным? Пьяный водитель уже давно на месте. Ты согласен? Он здесь, верно, всё. Ты согласен? Да, он здесь. Благодаря кому? Я ж не водитель. Ты нет. Ты пассажир. Пассажир. Ну. С пьяным водителем, да? Да. Ты хоть тачку обснял? Да, естественно. Вокруг обошел? Вокруг вообще со всех сторон. Смотри, чтобы было все четко. Вообще качественно. Номера все там, блядь, да? Вообще все. Молодец. Да ничего, я хотел, а он камеру, короче, держит на ракурсе еще. Я с ним даже поговорить не могу. Изначально зачем поехали? Вот если бы он, блин, ее отключил, бы, честно, с ним поговорили. Кому? Зачем изначально поехали, спрашиваю? Ваня в машине. Изначально? Да, зачем поехали пьяные, да. Я в масочке, я замерз. Блин, просто нам прикольно. Куда его посадят? А, по приколу. Ну, молодые люди, братан, и нам прикольно вообще жить. Слушай, а прикольно, если люди погибают, когда пьяный водитель убивает? Ну, давай с тобой вот так договоримся насчет этого, когда люди погибают так. И, короче, умирают. Это, короче, совсем другая история. Да как это относится к делу? К делу. Вот тогда будешь делать снимать, ты не против? Сейчас делов-то нету. Или у тебя дела? Дела у прокурора. Дела у тебя, блядь, текут. Нет еще. Смотри, главное, чтобы у тебя ничего не текло. У меня не текет, братан. Я с тобой все выключит историю. Зачем? А? Зачем? Зачем? Да. А зачем тебе это нужно? Я же уже объяснял. Ты против пьянства за рулем? Против. Вот за если честно, на самом деле против. Против. Вот на самом... Вот, честно. Значит, ты должен нас понять, нашу деятельность. Или не понимаешь еще? Вашу деятельность? Да. Ага. Ты, короче, хочешь в ГАИ работать? Скажи еще, меня уволили, наверное. Да нет, я тут просто, тебя туда не берут просто. Не берут, по состоянию здоровья. Ну, видишь, как какой. Хлюпкий весь. Хлюпкий, да. Немощный. Блин. Ты смотри, не сдохни раньше. Никогда времени. Вообще. Не, я переживу а всех. Я сам, блин, вас. Помру, блин, я буду рад, честно, слово, да. Что ты переживешь нас. Дело в том, что пьяными за руль не нужно садиться, и при таких обстоятельствах мы бы не знакомились бы. А сейчас мы познакомились благодаря кому? Вашему пьяному товарищу. Влог или как? Верно?
Наверное, да. Да. Так оно и происходит. Неприятная встреча. И мне тоже. Ну, надеюсь, будет она здорово. Будет положительно в дальнейшем повлиять на жизнь. Короче, завтра я буду, короче, в Ютубе на всех каналах. Да не завтра, не завтра, не завтра. Чуть позже. Как говорится, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте, ждите новый выпуск. Классно, Андрей. Вот тебе повезло. Ну что, когда получится? Да как получится. Мы же, у нас нет такого графика. У нас материал на штуку. Тебе скажу. Скажи. Видеокамера красивая штука, да? Ты ее прям так при себе держишь. Отпусти ее на раз, два, три. И она просто попала и разбилась? А? Ну, типа, вот так поступи, и все. И живи без камеры. А я думаю, ты найдешь другую. Вообще просто, она всегда со мной. Я думаю... Знаешь, такой сам себе режиссер. Я вот смотрю на тебя и думаю, что ты найдешь друга. Вообще, просто если выключишь вот эту гадость. Найду друга? Да, так просто пообщаться, блядь, что-то. У меня есть друзья. Ну, вот не... Тебе же не мешает, короче, в жизни найти еще товарища кого-нибудь. Естественно, ничего. Конечно. Но ты с товарищами идешь, тоже, ну, с ней всегда. Так же не лежит, блядь. Она всегда есть. Даже идешь, слышь, в кафе, она всегда с тобой. В глазу встроена. Страсть, блядь. Для этого случая есть телефон. Иван, хоть заснял? В этот случай есть телефон. А вот тебе телефон еще есть. Случай. О, как у всех нормальных людей. Слушай, что, молодой человек, случай, да. Такие штуки, знаешь, они непредсказуемые, ты согласен? Непредсказуемые, конечно. Жизнь-то, ну, может по-разному повернуться. Ну, я вот чуть виноват, он тоже, блин, да. То, что не, короче, это говорил, не езжай домой, блядь. То есть отговаривал его? Это он, братан, я сам нарушаю законы и правила. Ну, все мы не святые. Я прям тебя на видео камеру, но пьянство за рулем. Понял? Никогда. Пьянство за рулем, мы за тобой присмотрим. Я тебе обещаю. Хорошо. Я не знаю, каким это способом будет происходить, но мы за тобой присмотрим. Хорошо. Ты ж по синим лепигам ездишь. Друг за друга будем присматривать, да? Обязательно. Обязательно, дружище. Ты же безгрешный. Я безгрешный. Ну, а что? Всем из грехов. Ну и все, что за... Вот и мы дурачки, блядь. Вот и мы дурачки. Понимаешь? Пьянство за рулем. Это недопустимо. Я понимаю, какие-то что... нарушения правил дорожного движения, какие-то, это все мелочи. А вот это недопустимо. Что недопустимо? Пьянство за рулем. Пьянство за рулем все. Недопустимо, да? Да. Это лично. Я что так считаю. ГАИ, блин? Тут, а при чем здесь ГАИ? Форме, блин, мне для того, чтобы делать любимое дело, нужно работать в ГАИ? Это мое хобби для души. Блин, нормально. Ты, короче, круче гаишник. Я тебе честно скажу, вот прям тебе вот так скажу честно. Я сначала думал, что тебе ответить? Ну, ты, короче, гаишник, согласен. Спасибо. Ты даже меня, блин, на камеру снимаешь. Тебе так... Да, в принципе, может, ты прикинь, лайков ко мне прикинется. Нормально я, там, оценит аудитория. Я какой-нибудь стану. Стоп, погоди. Еще свой блог. Слушай, тебе не надоело эту камеру в руках держать? Она для нашей и вашей безопасности. Да ладно, мы а свидетельствовать будут гражданина? Гражданин? Ну а что? Сказал, да не будет. Подожди, так сейчас процедура свидетельства не будет. Ну, сейчас необходимо. Свидетельство, если он пьян? Да и... ладно, хватит, ну, все нормально. Он что, не признает, что ли? Нет, сейчас процедура свидетельства не будет, поэтому необходима видеосъемка. Пожалуйста. Ну хватит, ну, все нормально. Мы все уже свои. Да хорош уже, правда, снимай. Буду вот так лично на камеру снимать и стоять. Слышь, братух, ты что? Ну, наверное, издевается, да? Да нет, сейчас будет освидетельственная процедура проходить, поэтому мы будем фиксировать. Ты не боишься, вот так тебе пизды где-нибудь? Мне? Да. А ты не боишься, что можно в обратную получить? Ну, ты не боишься, тебе пизды дадут? Зачем? Да. Послушай, если ты мне начнут давать, посмотри, я начну раздавать их. Чтобы ты понимал. Болит. Ты что думаешь, мы... Ты сними маску, а то ты как Шредер, блядь. Ёбаная, послушай, все, если блядь. Мы спокойно, культурно разговаривать, не значит, что мы пизды не можем дать. Послушай, мы раздадим, знаешь, такие, что четко все будет. Че, не узнаешь? Ёбаное все, блядь. А я смотрю, что же это за ебло знакомое, блядь. Все. Пойдем поговорим. Давай. Это что тут у нас? Дорожный контроль снимать. Это для дела. Это вот для прикладки материала дела. Я не для личной коллекции. Вот пускай он там вот. Не пьете который, Серег. Что там?
Давай, начинай. Давай. Так, сегодня у нас 23.08.2020 года. Был остановлен автомобиль «Газель», госномер Елена 625, Ульяна Константин, 36 регион, под управлением гражданина Денисова Ивана Юрьевича, 92 года рождения. Есть основания полагать, что данный гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте ему будет предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер». Номер скажи, пожалуйста. Так, номер 008565. Так, набираем в легкий. Иван Юрьевич, вы готовы пройти свидетельство, да? На месте? Подожди, подожди. Сейчас. Дышим. Ой. Дышим, дышим. Не идет, не идет. Давай, 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 давай. Нет. Не дошло? Не дошло. Набираем и дышим, как шарик. Давай, 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 давай. Все. Ага. Есть. Состояние опьянения установлено. Со статьями. 116. Макс. Статьи. Блин. Ага, 1-116, обалдеть. Да выключи ты. Последние слова скажи, и мы поедем. Макс, что-нибудь хорошее скажи. Макс. Не пейте за рулем, ребята. Не пейте за рулем, ребята. Макс. Ты больше не будешь пить? Попадешь. Скажи, за руль будешь пьяным садиться? Иван Юрьевич. Обещаешь? Обещаю. Все хорошо. Пацан сказал, пацан сделал, правильно? Мужик. Вот, лежит. Мужик. Куда? Ну, я в этих понятиях там не это. Иван Юрьевич. Я имею в виду с точки зрения мужик. Спеши сначала. Показания согласен? Да. Согласен, роспись. Можно я так сделаю? Я люблю вас. Обещаю. Ну, ты кого? Кому это признание было? Зря. Я тоже не шутник, ты уж не поверь, ради бога. Я же видел, когда она выключена, когда нет. Ну, сейчас она включена. А? Сейчас включена камера. Давай еще раз. Не надо мне снимать. Давай еще раз. Я тебя разобью телефон, правда. Давай еще раз, давай задам вопрос. Слушай, мне нельзя смеяться. Скажи, пожалуйста. Ну, нельзя мне смеяться. Есть ребенок? Нет? Есть ребенок? У меня есть причина, почему я спрашиваю человека. Нет, ну я тебя вопрос задал. У тебя есть ребенок? Ну не надо, правда, снимать. Я ну смотри, я вопрос задаю. Хорошо, допустим, у тебя есть ребенок, допустим. Ну смотри, давай не будем сейчас... Допустим, допустим. Вот, допустим, вот, он, тебя, влоги, он у тебя гуляет. Он у тебя гуляет этим... на улице. И пьяный водитель едет и не видит. Тихо-т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 их
Убери камеру, ты чего? Ну, подожди, ты мне... Все, освободили вас. Тогда поехали. Я лично за свои. Давайте попрощаемся, да? Всем до свидания. Пьяными за рулем не ездите. Конечно. Вадим, вот такой вопрос к тебе на камеру. А ты никогда пьяный за руль не садился? Никогда не садился в жизни своей. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Это понятное дело, добрые дела. У меня тоже сестры, муж сбили нас на пьяный водитель. И это тоже, я не люблю эту пьяную. Вадим, давай, заканчиваем. Так мы заканчиваем. У нее все это идет, как говорится. Так, все. Давай, опустим. Всем пока. Давай, держи набор костей. Давай. Слушай, ты там медюки такой классный. Брату, все, счастливо. Все, всем пока. Пока. Ставьте палец вверх. Лайк, ребят, никогда не пейте за рулем. И не забудьте подписаться на канал. Вадим, лайк, нахуй. Красавчик. Фамилия Мёрш Сполос. Дмитрий Сергей Иванович. Дмитрий Сергей Иванович, что ли? Или Дмитрий? Красавчик, конечно. Это, как этого? Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Че, ну красиво снимаешь, че? Крыса какая-то. Там 100 то ли рублей, то ли долларов.
Так, приношу богатство. Это магнит, походу. Что такое? Бля, закинул, я тебе все же думаю. Пиздец.